Что ж, давайте пойдем дальше. Мы с вами обсудили основные термины и понятия, что касается Божьего усыновления. Теперь мы должны подойти к этому обсуждению с другой стороны. А именно, мы поговорим теперь с вами о свободе. И наша цель с вами — это понять, как Божье усыновление и свобода согласуются вместе, если не согласуются. Но прежде чем говорить о том, согласуются они или нет, мы должны с вами понять, что имеется в виду под свободой. И глядя на те слайды, которые высвечиваются у вас на экране, вы можете понять, что мы начнем говорить о двух фундаментальных идеях. Это фундаментальное понятие индетерминизма и фундаментальное понятие детерминизма. Итак, позвольте мне объяснить основные идеи, на основании которых можно построить различные рассуждения. Начнем мы с фундаментального понятия индетерминизма. Здесь речь идет о том, что состояние мира до определенного момента, если бы вы могли подробно описать, что происходит в мире в какой-то момент времени, и к этому еще добавите все существующие естественные законы, все причинно-следственные связи, и все же, если все сопоставить вместе, то этого не будет достаточно, чтобы гарантировать единственно возможное будущее. Я еще раз повторю фундаментальное понятие индетерминизма. Состояние мира до определенного момента времени, вдобавок ко всем существующим естественным законам, всего этого недостаточно, чтобы гарантировать единственно возможное будущее. И это представление, это понятие лежит в основе основной концепции свободной воли, а именно, что для того, чтобы кто-то был свободен, его поступки не должны быть кем-то предопределены. Индетерминизм утверждает, что состояние мира плюс все естественные законы мира не предопределяют поступки человека, не заставляют вас поступать тем или иным образом. То, что вы решаете сделать при текущем состоянии этого мира, то и происходит. Вы сами определяете вариант развития будущего. Вы не ограничены всего лишь одним вариантом выбора. И если перед вами находятся несколько вариантов развития событий, то каждый из них может быть выбран. То есть ситуация не обстоит таким образом, что вариантов несколько, но только один реальный. Нет, все реальны. Каждый вариант развития событий может осуществиться. В противовес этому следует упомянуть о фундаментальном понятии детерминизма. И вот в чем состоит это фундаментальное понятие детерминизма. Для всего, что происходит, а это включает как и события, так и поступки, для всего, что происходит, есть определенные условия. Причем эти условия определяют все, что происходит. Что ж, это не означает, что у человека всегда лишь один вариант выбора. В тот момент, когда он становится перед каким-то выбором в своей жизни, вариантов развития событий может быть несколько, но те условия, те обстоятельства, в которых он оказывается в момент принятия решения, настолько определяющие,
что человек обязательно выберет один единственный вариант, который заранее предопределен, и не выберет ничего иного. То есть условия, обстоятельства настолько сильно влияют на процесс принятия решения, что ничего иного не будет выбрано, кроме того, что заранее определено. Теперь, это, конечно, означает, что все, что когда-либо происходило и произойдет, предопределено определенными условиями. И при этом можно говорить о том, что нельзя ничего изменить. Можно сказать о том, что если бы условия были другими, то, возможно, было бы принято другое решение. Но то решение, которое было принято в том или ином случае, было предопределено, и иным оно могло быть только при иных условиях. И за исключением того варианта выбора, который предопределен условиями, все остальные варианты фиктивны, нереальны. Если вы зададитесь вопросом, но почему в курсе богословия, когда мы разбираем богословские вопросы, мы должны говорить об основных теориях того, как функционируют различные элементы в нашей Вселенной? Что ж, я начинаю с этого, потому что в богословии есть такое понятие, как свободная воля. И мы должны знать, что имеется в виду, и мы должны понимать, каким богословским представлением ведет основное понятие индетерминизма и каким основным богословским понятием ведет детерминизм. И говоря богословски, арминиане основываются на индетерминизме. Открытые теисты также индетерминисты. И то же самое можно сказать о процесс-теизме, а также многих других людей, которые причисляют себя к индетерминистам, хотя при этом не придерживаются каких-то религиозных убеждений. И все эти люди считают, что каждый человек свободен в тот или иной момент времени поступить так, как считает нужным. Они не вынуждены принять какой-то вариант развития событий, который заранее предопределен. Ну а кто же тогда детерминисты, говоря богословски? Кальвинисты? Как вы вскоре увидите, есть много различных форм детерминизма. Но понятно, если вы кальвинист, то вы вынуждены будете придерживаться детерминизма в той или иной его форме. Что ж, хорошо, но я думаю, нам нужно быть более конкретными в этом вопросе, так? Если существуют различные формы индетерминизма и различные формы детерминизма, то что это за формы? И начнем мы с вами с разбора форм индетерминизма, а также дадим определение свободной воли, исходя из позиций индетерминизма. Вы помните о том, что арминиане, открытые теисты, процесс-теисты основываются именно на этих позициях. И изначально я хотел бы вам показать определение, которая говорит об абсолютной свободе, которая только возможна для человека. И это определение, несомненно, прекрасно согласовывается с фундаментальной позицией индетерминизма. И нам нужно посмотреть, есть ли индетерминисты, которые придерживаются такого определения. Но давайте посмотрим это определение. Абсолютная свободная воля подразумевает использование способностей как для того, чтобы выбирать то, что хочется, и переводить этот выбор в поступки без каких-либо внешних ограничений, как со стороны Бога, так и со стороны земных властей, так и без каких-либо внутренних ограничений, психологических или физиологических, из-за которых оказывалось бы невозможно
делает то, что хочется. И чтобы обладать такой свободной волей, нужно быть способным не только выбирать то, что хочется, но и воплощать это в реальность. Скажем, заключенный, сидящий в тюрьме, он может захотеть участвовать в Чикагском марафоне, который состоится через несколько месяцев. Он может принять решение участвовать в марафоне, который будет в Чикаго, но он не сможет воплотить это решение в реальность. Чтобы быть абсолютно свободным, нужно не только быть способным принимать решения, но и исполнять эти решения, и делать это вне зависимости от каких-либо условий, как внешних, так и внутренних, которые предопределяли бы ваш выбор, а также его исполнение. Вот смотрите, как заканчивается это определение. Чтобы быть абсолютно свободным, человек не только должен быть способен хотеть делать то, что он пожелает, но и делать то, что хочется, и этот его поступок должен также быть свободен от каких-либо внешних условий. Итак, о чем же здесь идет речь? Когда мы говорим об абсолютной свободной воле, при рассматривании поведения человека можно говорить как о его желаниях, то, что человек хочет сделать, о решениях человека, что он избирает делать, и о поступках человека, что он делает в реальности. И все, что мы с вами говорили об абсолютной свободной воле, означает, что на каждом этапе этой последовательности человек способен это делать, несмотря ни на какие внешние условия, несмотря ни на какие внутренние условия. Он сам определяет свои желания, сам определяет свои решения и сам определяет свои действия, свои поступки. И вот какой у меня вопрос к вам. Обладает ли кто-либо вот такой свободной волей? И говоря «кто-либо», я включаю сюда и Бога. Как вы думаете, кто-либо обладает? Я вижу, вы качаете головой, что нет. Вы можете проявлять свободную волю в какой-то сфере своей жизни. Но мы говорим об абсолютной свободной воле. Кто-либо ей обладает? Скажем, что ваши желания ни в какой степени не обусловлены вашей природой. Что в случае Бога означает следующее. Он желает творить добро не потому, что он благой Бог, ибо в этом случае его желания определялись бы его природой, и он уже не абсолютно свободен. Поэтому нам должно быть понятно, что даже Бог не обладает абсолютной свободной волей. И я не думаю, что кто-либо из людей обладает такой свободной волей, потому что это бы означало, что наши желания, наши решения и в конечном итоге наши поступки, реальные дела, никоим образом не обусловлены нашим характером, нашей природой. Мы понимаем, что мы, будучи людьми, наделены определенными умственными, физическими свойствами. Поэтому я не думаю, что кто-либо из людей обладает этой абсолютной свободной волей. Но вот здесь я хотел бы привести один пример наиболее возможной свободы. И далее речь пойдет не о такой радикальной свободной воле, но о той свободной воле, которая действительно будет уместна в нашем обсуждении. Это либертарная свободная воля. Либертарная свободная воля — это лишь одно название той свободной воли, о которой мы с вами будем говорить. Но это не единственное название. Иногда эту свободную волю называют следующим образом. Индетерминистская свободная воля. Итак, индетерминистская свободная воля.
Иногда ее называют некомпатибилисткой свободной воли, от слова «компатибилизм». А иногда эту свободную волю называют так, противопричинной свободной воли. И, как я уже сказал, порой в современных богословских трудах мы читаем о либертарной свободной воле. И я постараюсь объяснить все эти названия этой свободной воли. Но сначала давайте постараемся дать определение этой свободной воли. Согласно этой свободной воле, подлинно свободное действие человека, подлинно свободное действие человека не согласуется, не обуславливается факторами детерминизма. Итак, подлинно свободные поступки человека не обусловлены факторами детерминизма. И вот что это означает. Когда кто-то встает перед выбором, то он подлинно свободен поступить каким-либо образом, избрать что-то сделать или ничего не делать, независимо от каких-либо факторов, о влиянии на его волю в момент принятия решения. Человек обладает способностью из различных вариантов развития событий выбрать один, который он считает нужным. И каждый вариант при этом абсолютно равнозначен, одинаково возможен. Теперь вы понимаете, почему одно из названий — некомпатибилистская свободная воля. И очевидно, что такая свободная воля согласуется с фундаментальным понятием индетерминизма, о котором мы с вами недавно говорили. Состояние мира плюс естественные законы не обуславливают, не определяют, не гарантируют одно единственное возможное будущее. Состояние этого мира, а также естественные законы этого мира не вынуждают меня выбирать единственно возможный вариант развития событий. Поэтому эта свободная воля индетерминистская. Что касается противопричинной, вот в чем здесь суть. Когда человек делает выбор, принимает какое-либо решение, то есть много факторов, много причин, много влияний, оказывающих определенное воздействие на волю человека. Вот давайте представим, есть у нас некая ситуация, скажем, ситуация X. И в этой ситуации у человека три варианта выбора. 1, 2 и 3. И вот давайте предположим, что внешние факторы толкают человека к принятию решения номер один. Они склоняют его именно к этому выбору. И вот эта свободная воля такова, что, несмотря на влияние извне, склоняющее к выбору номер один, человек может принять иное решение, что нет никаких внешних факторов настолько сильных, что они принудят человека выбрать первый вариант, несмотря на то, что он хочет выбрать второй или третий, он может выбрать иной вариант. Второй или третий. И вот суть в том, что, несмотря на внешние факторы, внешние причины, которые склоняют к принятию решения номер один, человек способен принять решение вопреки внешним причинам. Поэтому и называется эта воля противопричинной. Что ж, иногда, когда люди слышат вот такое определение свободной воли, они говорят, что ж, на самом деле речь идет о том, что свободные поступки на самом деле не обусловлены никакими причинами. Но это неверное понимание того, что подразумевается под либертарной свободной волей. Я чаще всего буду использовать именно это название. Не это имеется в виду. Речь не идет о том, что нет никаких внешних факторов, которые влияют на принятие решений.
Согласно этому определению, признается, что есть внешние факторы, которые оказывают определенное воздействие на волю человека. Просто добавляется, что нет факторов настолько сильных, которые определяли бы выбор первого варианта, несмотря на то, что человек склонен к принятию второго или третьего решения. Что ж, есть еще один момент, который мы должны с вами здесь упомянуть. Что касается тех, кто еще не убежден в том, что эта свободная воля не подразумевает свободу от внешних влияний, есть один простой пример. А именно, и для начала нужно убедиться в том, что мы не путаем два различных понятия. Первое. Что является причиной какого-либо поступка? И второй момент. Что есть, какие факторы существуют, которые влияют на человека, принимающего решение? И тут нет никакой игры слов или перестановки слов местами. На самом деле это два разных вопроса. Первый вопрос — из-за чего происходят определенные поступки? Второй вопрос — а как же насчет человека, который совершает поступки, что влияет на него? Что он поступает так или иначе. Что ж, что касается ответа на первый вопрос, индетерминист ответит на него, сам человек является причиной тех или иных поступков. Сам человек определяет свои собственные решения. Он избирает и воплощает свои решения. Что ж, а детерминист точно так же ответит на этот вопрос. Он скажет, что причиной поступков человека является сам человек. То есть, ваши дела делаю не я, ваши дела делаете вы, так же, как и я делаю свои дела. Поэтому обе стороны согласны в том, что человек является причиной своих поступков. Да, они расходятся в понимании свободной воли, согласны в том, что когда человек совершает тот или иной поступок, то именно он его совершает. И реальный спор между детерминистом и индетерминистом касается второго вопроса. Какие факторы влияют на человека, принимающего решение? Что ж, индетерминист, признающий наличие либертарной свободной воли, о которой мы с вами упомянули, скажет, нет ничего, чтобы склонило волю человека к принятию того или иного решения. Но это не означает, что нет никаких внешних факторов, никакого внешнего влияния на волю человека, когда он принимает решение. Это просто означает, что нет факторов, которые были бы настолько сильными, настолько определяющими, что у человека не остается выбора. Нет таких факторов, которые заставили бы вас принять какое-то решение. И вот что касается такой свободной воли, всегда подчеркивается, что вне зависимости от того, какое решение принимает человек, он всегда мог принять иное решение. И далее добавляется, если бы у человека не было возможности принять иное решение, чем то, которое он принял, то в таком случае он не был бы свободен. То есть возможность поступить иначе. Вот этот момент очень важен в этой свободной воле. Хорошо, давайте теперь обсудим те вопросы, которые у вас возникли по свободной воле. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами.
Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Да, пожалуйста. Я только хотела прояснить для себя один момент. Согласно определению, либертарная свободная воля допускает наличие различных факторов, которые способствовали тому, что вы примете какое-то решение. Но при этом всегда остается возможность, пусть и небольшая, поступить вопреки этим факторам. Ведь так? Да. Хотя при таком добавлении это определение становится более приемлемым для детерминистов. И также, с другой стороны, может создаться впечатление, что индетерминисты со своей стороны полагают, что принятие решений целиком обусловлено внешними факторами. Совсем не так. Я бы сказала это вот таким образом. Предположим, я либертарный индетерминист. И даже если внешние факторы оказывают на меня большое влияние, то, несмотря на эти факторы, я могу поступить иначе. И я поступаю иначе, правильно? Скажем, например, чтобы я взяла с собой зонтик, выходя из дома. Хотя намного более вероятно то, что я все-таки возьму с собой зонтик, выходя из дома, да? Нет, нет, это не более вероятно, что вы поступите так или иначе, потому что если это более вероятно, вы идете путем детерминизма. Но если это так, то поступки индетерминистов оказываются лишенными всякого смысла. Нет, нет, совсем нет. Вот, Линда, здесь суть в том, что индетерминист будет чувствовать себя очень некомфортно, когда вы начнете говорить о вероятности принятия решений. Потому что как только вероятность возрастает, скажем, есть прогноз, что пойдет дождь, и вы скажете, ну, очень вероятно, что вы возьмете с собой зонтик, но индетерминист скажет тогда, неужели я беру зонтик только потому, что есть такой прогноз, и в этом вся причина? На это индетерминист скажет, нет, не существует ничего, ни по отдельности, ни в совокупности, чтобы определило за вас, что вы возьмете с собой зонтик, выходя из дома. Но ведь это полностью противоречит здравому смыслу. Нет. Почему нет? Что ж, на протяжении многих-многих лет в западной философии, а также вообще в философии, именно такое представление о свободе принимается за основу. И люди, которые придерживаются такой свободной воли, скажут вам, бессмысленно как раз противоположная позиция, что человек совершает поступки под влиянием внешних факторов и в то же время свободен. Это бессмысленно, скажут они. Надо вернуться к основному определению. Поступок может быть совершен по свободной воле только если он не определяется внешними факторами. Подлинно свободное действие не обусловлено внешними факторами. И это означает то, что если кто-либо придерживается такого понимания о свободной воле, то он скажет, нельзя гарантировать то, как поступит человек. И разговор о вероятности того или иного поступка — это уже уход в сторону. И если говорить применительно к богословию, то вот именно арминиане придерживаются либертарной свободной воли. И они скажут, что если вы не верите в такую свободную волю, то это означает, что если кто-то принимает решение следовать за Христом, он принимает это решение под давлением, потому что что-то его заставило. Только если основываться на этом определении свободной воли, можно сказать, что решение следовать за Христом целиком основано на воле человека, а не на внешних факторах, заставивших его принять решение. И если пойти далее, то да, Бог хочет, чтобы мы любили Его, и Бог дал нам либертарную свободную волю, потому что Он хочет, чтобы мы любили Его по Своей воле, а не потому, что нас заставили обстоятельства. Как сказал один армянский богослов, «Любовь по принуждению — это насилие. Бог на такое не идет. Он не насильник». И вот такие аргументы приводятся в поддержку этого определения свободной воли. Но об этом мы будем говорить
дали. Сейчас мы просто даем определение свободной воли. Что ж, я сейчас вам скажу то, что вы уже прекрасно знаете. Так как вы прочитали мою книгу, я кальвинист. Я не придерживаюсь такого понимания свободной воли. Но это понимание не противоречит здравому смыслу. Оно не бессмысленно, если говорить так. После долгих размышлений все это может показаться бессмысленным, но я все-таки хочу сказать о том, что это не бессмысленно. Да, я считаю, что это неправильно так верить. Я постараюсь это показать, продемонстрировать, но я никоим образом не хочу сказать о том, что это бессмысленное определение. Что ж, есть ли вопросы по этому определению свободной воли, что это означает? Не правильно это или неправильно, а что это означает? Я бы хотел задать вопрос о том, кто составил это определение. Но здесь нет определенного автора. Это общепринятое определение. И это определение можно встретить в трудах разных авторов на протяжении уже многих лет, и даже уже у греческих философов. Хотя, я думаю, это определение появилось еще раньше. И, в принципе, люди, которые придерживаются этого определения свободной воли, говорят, вот подумайте, неужели вы делаете то, что делаете, только лишь потому, что кто-то принудил вас к этому? Нет, вам кажется, что у вас есть реальный выбор, и вы можете выбрать что-то одно, а можете выбрать совершенно другое, точно так же. И они утверждают как раз, что здравый смысл на их стороне, на стороне либертарной свободной воли. Именно это они и говорят. И, скажем, то определение, которое дает уже философ 20 или даже 21 века Пленинган, вот его определение свободной воли, оно такое же, может быть, не такими же словами написано, но по сути оно такое же. И оно не будет отличаться от того определения, которое вы найдете в трудах, написанных тысячу лет тому назад. По мере того, как идет время, люди, которые пишут и размышляют об этом, могут сформулировать это более точно, написать более конкретно, говоря нам о том, что же подразумевается под этой свободной волей и что не подразумевается. Но основное определение — оно вот такое. И споры вызывает не это определение, а споры вызывает то, действительно ли эта свободная воля дана человеку в этом мире. Но что же тогда свободная воля? Это иллюзия, и ее на самом деле нет? Нет. Еще никто такое не говорил. И уж, конечно, не либертарное. Но мы к этому с вами еще вернемся. Есть ли еще вопросы относительно этого определения свободной воли? Что ж, давайте тогда сделаем перерыв, и после перерыва мы рассмотрим противоположную позицию — детерминизм. И мы увидим, что есть много разных форм детерминизма. И одна из этих форм включает в себя понятие свободной воли, но это понятие отличается от либертарной свободной воли. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.